Санузлы, проводка, канализация, сами все видите, как везде одни трубы торчат. Свет как был, линолеум. Но ремонта здесь давно вообще не было. 3 года назад Айрат Гайнудинов сменил общежитие на квартиру, но с прежними условиями проживания сталкивается почти каждый день. Здесь живет его отец-инвалид. Ухаживать за пенсионером тяжело. Нет горячей воды, душа, туалет в конце коридора. Его в баню сам вожу каждую неделю. И ни посуду не помыть, как вы видите. Все. Приходится греть, выходить, чайники, обратно туда-сюда тазы набирать. Моемся, также умываемся, стираемся и все прочее. Вот так мы газовые плиты ставим ведрами, а очередь ставим, если очередь, ждем в коридоре. Даже по 5, по 6 человек. В душ по расписанию, в туалет хоть в противогазе, на кухне плесень и грибки. Ремонта жильцы общежития Покроленко 54 не видели больше полувека. Находиться в общежитии, мягко говоря, не то что некомфортно, но и опасно для жизни. Электрический щиток, здесь торчат провода, они замыкают, происходит возгорание, поэтому сюда регулярно приезжают экстренные службы. Это общежитие до 2010 года принадлежало заводу «Эликон». Сейчас оно в собственности города. Капремонт обещали провести 3 года назад, но не случилось. И вот снова она. Надежда. Адреса неизвестны, 11 домов, да, вот Владимир Анатольевич подсказывает, что оно имеется. Выбираются по тому же принципу, что и все многоквартирные дома, степень износа, потребность, возраст и так далее. На сегодняшний день все до автоматизма отработано, в том числе и по подрядчикам. Мы главы районов, комитет, все, кто ответственен в этой важной работе капитального ремонта, научились в диалоге с жителями находить все решения. Замена кровли, систем воды и теплоснабжения, а также электропроводки. Ремонт в общежитиях начнется со дня на день. Также в этом году капремонт пройдет в 296 домах, 19 детских садах и одной школе. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань.